Всем привет, продолжаем знакомиться с картинами. Жак-Луи Давид, картина посвящения императора Наполеона I и коронования императрицы Жозефины в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1804 года. В знаменитом Нотр-Даме состоялась пышная церемония коронации Наполеона и его супруги Жозефины. Золотые кареты, роскошное убранство, многочисленная толпа и, конечно, Жак-Луи Давид. Он просто не смог пройти мимо такого эпохального события. Примечательно, что для воплощения он выбрал момент, когда новоиспеченный император коронует свою супругу. Причем до этого он взял из рук папы Пия VII лавровый венец и сам, вопреки обычаю, водрузил его себе на голову. Я цитирую текст, который я нашел в интернете по этой картине. Работа над полотном длилась около 3 лет, так как художник постоянно вносил изменения по просьбе самого Наполеона. Самая известная из таких дописок – это присутствие на полотне матери Наполеона, хотя ее самой на коронации не было. Также некоторые вельможи просили переписать их фигуры, разместив их как можно ближе к императору. Работа произвела впечатление в салоне. В этом же 1808 году Давид получил заказ от американского предпринимателя на выполнение копии с сохранением масштаба. Картина оставалась в собственности художника вплоть до отъезда из Франции после падения Наполеона. В 1819 году была перенесена в Королевские музеи, хранилась в запасниках. В 1837 году по приказу короля Луи Филиппа полотно было передано в Музей истории Франции в Версале, а в 1889 передано в коллекцию Лувра. Ну вот так вот вкратце о работе Жак-Луи Давида, посвящение императора Наполеона I и коронование императрицы Жозефины в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1804 года. Пока-пока, всего хорошего, до свидания.